Наши успехи на этой неделе. Мы почти закончили спальню. Вот. Только шторы немного короткие. Длинные. Их надо будет подшить. И не хватает на всю длину окна. Поэтому надо будет купить еще одну такую штору и сшить их вместе с двух сторон, чтобы закрывалось все окно. Вот. Теперь мы закончили все плинтуса. Такие красивые получились. Поставили кровать, тумбочку, которую я переделала из старой Зингер швейно-машиночной тумбочки. Книжка, лампа. И вот так красиво застелено. Тут при кровати у нас стоит такая лавочка, потому что комната очень большая, и надо много мебели, чтобы казалось более уютно. С этой стороны на следующей неделе тоже повесим карниз и шторы. И дети пока что спят тут с нами. Покрасили еще потолок на этой неделе. Вот такой белый, красивый, чистый. И повесили такую лампу, но надо будет привести крючок, чтобы ее вот так зацепить, чтобы она не висела. Такая длинная. Вот. Также поставили плинтуса в ванной комнате, но еще их не зачистили и не покрасили. Но плинтуса уже везде стоят. И в туалете тоже. В туалете еще будут такие. Из палочек будет такая стена. И тут тоже картинка она висит. Тоже в коридорчике поставили плинтуса на вот этих два маленьких шкафчика и на спальню дверь. Но опять же еще надо будет зачистить и покрасить. И очень большой прогресс у нас в детских комнатах. Тут почти закончили стену. Мы ее потом покрасим в белый цвет. И немножко начали ставить плинтуса. Покрасили потолок. Поставили новую лампу. И прикрепили новый датчик дыма. Потолок полностью готов. На следующей неделе будем достраивать стены и обвивать окно вокруг плинтусом. И целый день нам взяло сделать вот эту кровать. Мы получили их бесплатно, две кровати из цельного дерева, очень хорошие, но они были немного побитые, такого коричневого цвета, такого. И вот тут еще стояла вот такая большая спинка. Но в такой маленькой комнате эта спинка превращалась в что-то огромное. И казалось, что очень мало места. Поэтому ее отрезали, все зачистили, все перекрасили. И теперь такая замечательная, как новая кровать.
в этой комнате тоже начали ставить стенку, но с другой стороны. Вот с этой стороны. И тут тоже покрасили потолок, но лампочку не успели еще поставить. На следующей неделе тоже будем делать тут окно, разбирать вот эту тумбу и делать стены. И последняя вещь, которую успели сделать, вот обшить вот это окно таким плинтусом. Разница огромная. Вот это окно с плинтусом, а вот окно без плинтуса. Вот это. И потом со временем все вот эти нижние окна тоже обошьем так.